такого рода перестановки говорят о кадровом голоде, который сегодня испытывает правительство. Людей, которые знают и умеют, практически не осталось. Поэтому я согласна с мнением специалистов, которое было высказано недавно в программе у Соловьева на телевидении, когда говорили о том, что вот этот кадровый голод вызван политикой. Политикой, когда только своих назначают, понимаете, не по профессиональным качествам, а по личной преданности. Вот это очень плохая черта нашего правительства.